говоря о торпеде, посмотрите технологию производства, последовательность выполнения работ. На качество надо внимание обратить. Везде должны быть специалисты. Надо поговорить с спортивной общественностью, исходя из того, что будет уже пользоваться этим стадионом, его эксплуатировать, какие нюансы они здесь видят для того, чтобы их учесть вначале. Правильно было бы, уже раньше говорил, опять повторюсь, ревизию порайонно проведите, как парков, так и спортивных сооружений. Нам надо сделать план на ближайшие 3 года реконструкции этих сооружений, если они требуют ее. И учитывая, что Андрей Викторович, человек, который для себя выбрал профессию строителя как призвание, пускай вместе с главой района работу сделает над ошибками по парку Гагарина, дальше внесут предложение по реконструкции и облагораживанию всех парков, мы с вами рассмотрим их так же, как по спортивным сооружениям. А здесь берите на себя часть работы, которую надо будет в любом случае выполнять, подсказывайте, помогайте, сопровождайте. Должен быть и депутатский контроль. Но задача одна – сдать в этом году спортивное сооружение, денежные средства мы нашли. А дальше Андрею Викторовичу надо строить комплекс здесь, современный, искать такой проект, и чтобы там были секции, залы для тренировок. И с другой стороны – комната для кружковой работы. Так.